Власти Молдовы обеспокоены не только эпидемиологической ситуацией в стране, но и ее экономическими последствиями. Поэтому руководство страны намерено принять меры для поддержки бизнеса. Об этом по окончании традиционного заседания первых лиц государства заявил премьер Ион Кику, уточнив, что будет изыскана возможность отсрочить выплаты по кредитам на несколько месяцев. Мы разделяем обеспокоенность бизнесменов. Я говорил и на прошлой неделе, что правительство готовит ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Не нужно спекулировать на этом вопросе. Необходимо быть реалистами и быть честными друг с другом. Мы предложим ряд конкретных мер. В первую очередь, сегодня мы проведем беседу с коммерческими банками и предложим, мы не можем их обязать, но предложим отложить выплаты по ипотечным кредитам на несколько месяцев для того, чтобы это долговое бремя не лежало на дебиторах. Также Кику сообщил, что с министром финансов обсуждается вопрос отсрочки выплаты подоходного налога для юридических лиц на второй триместр 2020 года, уточнив, что за 2019 год были зарегистрированы доходы. Подводя итог, глава Кабинета министров обратился к населению, призвав всех к консолидации, потому что общество не по отдельности, а в целом столкнулось с проблемой и нужны усилия всех для того, чтобы решить ее.